узнала, что ряд депутатов кололи себе ботокс. Ну, чтобы немножко подкорректировать свою внешность. А некоторые только подумывают, чтобы сегодня депутаты изменили в себе. А прямо сейчас у них и узнаем. Идем. Кто делался пластику? Господи, вы меня взагалі поставили в ступор на такое питание. А волосы может красить кто-то? Кто красил волосы? Это вроде никто. Честно, помечав, некорректно будет говорить. Слушайте, ну я как-то не рассматривал девушек, которые у нас... А мужчин? Мужчина точно не рассматривал. Не, ну вчера пришел один, сегодня уже другой. Краще поспав, уже краще выглядаешь. Александра Кужель очень помолодела в последнее время. Очень нравится мне. Юлия Владимировна Тимошенко прекрасно выглядит. Ну, Шуфрич, например. Мужчины. Ну, вот, когда вы ходите, еще кто-то ходит, я смотрю. А когда мужчины ходят, ну, что я буду на них рассматривать? Мужчина должен увлекаться другим, обеспечивать свою семью, формировать духовную среду. А ботокс, когда делать нечего. Я даже не знаю, что такое ботокс. Вы бы в себе что-нибудь изменили? Есть вот такое? Вы утром просыпаетесь? Да, что? Да, характер. Маю схильність дуже легко поправлятися. От хожу в спортзал. Надо действительно вот, пойти в спортзал, позаниматься серьезно. Бо інколи, да, дружина мене критикує. Особливо, коли пузик починає рости. Я на себя с утра смотрю, ужас вообще. Вот что бы вы себе вот с утра, вот в эти мысли, что бы вы в себе изменили? Может быть, немножко сбросить вес? Килограмм 10 бы сбросил, в принципе. Живот. Если политику мешает живот, то значит, он плохой танцор. Черчиллю живот не мешал. Киршу, расскажи, какой у меня огромный живот. Ничего плохого, кстати, в животе нет. Да, люди с большим животом всегда добрые. Я не сильно задумываюсь о внешности. Важно внутреннее состояние и энергетика. Ума прибавить, я бы с удовольствием... Это не к хирургу. Важливіше, не как я буду выглядеть, а что я буду делать. Я считаю, вообще любое изменение внешности, ну, это, если это не заячья губа, то не какая-то там бородавка на пол щеки, ну, это все глупости. Ну, я не знаю, ну, не мужское это дело. Когда мне не нравится моя внешность, я стараюсь не смотреть в зеркало и избегать тех помещений, где много зеркал. Меня это раздражает. Вот и внешность уже и в порядке, и все хорошо. Совет от Александра Кирша. Если вы себе не нравитесь, не смотрите на себя в зеркало. Да, это совершенно верно. Дашь селфи? Да. The best.